Всем привет! В прошлом видео мы сверлили каленую пластину. Ну, она у нас потом успешно раскололась. Мы ее успешно просверлили. Вот дырочка. Потом она развалилась. Но! Нашим людям абсолютно неинтересно сверлить. Что, может, тут сверлить? Мне прям надо все, чтобы кто-то присел. Неинтересно, как мы сверлили каленую пластину. Я даже скажу больше, подумаешь, какая это каленая пластина. Вот, напильник. Попробуйте просверлить напильник. А была пропозиция, да, на сайте? Да, один товарищ. Я, правда, не знаю, зачем ему это. Ну, заинтриговал. Заинтриговал, да. Я потом зашел в интернет, как просверлить напильник. 55 тысяч запросов, что-то такое. А, нет, 55 тысяч ответов. Ответов, 55 тысяч. Представляете, сколько запросов? Миллионы. Зачем нашим людям дырка в напильнике? Я без понятия, абсолютно. Но я еще понимаю просверлить в ножовочном полотне, потому что из них делают ножи. Вот. Мы, кстати, в следующем видео будем сверлить ножовочное полотно. Причем, ну, все знают, что оно из инструментальной стали. Там хоть понятно для чего же. Ты просверлил, ручку для ножа сделал. Ну, то можно какие-то вырезы. Да, зачем дырка в напильнике, абсолютно не понимаю. Вот. Но мы в тот раз сверлили сверло, мы его успешно затупили, покоцали. Мы, случайно сверло было. Не-не, вот, которое мы сверлили каменную пластину. Это чудо. Да, взяли другое наше сверло. Тоже бэушная, ну, уже побывавшая в переделках. Уже. Что, может, будем засекать осколок. Час сразу, засветить ее просверлить? Да. И... А мы не едем. И что? Что будем? И что? И будем, короче, сверлить. Ну, техники безопасности, как всегда. А, напильник. В этом анекдоте, говорит, напильники, говорит, летят, говорит. Они, говорит, не долетят, говорит. Почему? Говорит, без ручек, короче. Знаешь, в смысле? Ну, такой тупой анекдот. Напильник с ручкой, без ручек, вот это постоянно обыгрывается. Тогда я вот взял напильник с ручкой, чтобы не говорили, что это не настоящий напильник. Мы его отпустили. Бутафорию, да, пластилиновый напильник сделал. С ручкой напильник. Так, ну, вот это, если что, потом, Серега, если долго, вдруг будем долго сверлить, что рука не уставала. То я тебе... Вот эта штука. Вот так, видишь, чик-чик-чик. Можно регулировать. Да, ну, сверлим, короче, Сергей, 5 минут. 5 минут. Не все, больше. Я буду кожну хвилину, буду, кожні 30 секунд буду казати. Так, кернім. Ну, кернімся трошки. Керники, да? Та не очень, уже все. Керни. Тупий, да? Я только що наточив. Ну що? Сейчас, подожди, я пристроюсь. Давай зараз це на цей не веде. Поїхали. 5, ні? Так, ну что, поехали? Поехали, уже 2 секунды. О, 11 секунд. Минус 2, 9 секунд получается. Я не зупинил. Я хочу вытащить. По видео будет видно. Закусило. Давай держать буду. Не-не-не, чтобы тебе руку не свернули. Не, ну давай будем держать цей. И то и другое, это вытягивай его. Ладно, подожди, я не так сделаю. Мы сейчас сломаем сверло. Вот. Так даже интереснее. Видишь? Короче, 9 секунд. Да. Ты зажала. Так что, я не помню, кто это у меня просил. Вот. Не знаю, давай его поломать, но попробовать этот напильник. Попробуй накернуть его, и он поломается. Ну, потом вымышь уже, что видно. Горячий, блин. А, я не так сделаю. Это как пытливый ум, Сергей Иванович, всегда найдет выход. Как говорится, да? И выбить его просто, да, и все. Да, вот так сделаем. Простите, остановим. О, чтобы было дырку видно. О, а то скажут, там дырки не было, когда с этой стороны сверлось, с этой стороны. Короче, напильники. Ну, давай его попробуем, поломается он или нет, а?
это вот мягкий, тут, знаете, вот. Не крепкий. Походу должен поломаться. Но с этого напильника выйдет отличный нож. Вот, в принципе, и все. У кого есть какие напильники, просверлим и щупаем. Давайте и ваши напильники. Да, потому что я же не буду покупать напильники, короче, чтобы их сверлить. То, что напишут в комментариях, а, эти фуфлыжные напильники. Китайские. Ну, конечно, китайские, не китайские, но он рабочий, вот, реальный напильник. Тут стачивает. Все. Сниму кепочку.